идем в каньон. Эти три камня, это называется три сестры. И он взял, использовал действующие пути, по которым уголь доставали из каньона, из шахты. Он решил, что сюда нужно обратить путь, пока на каньон. Он понимал, что нельзя... страховку, то есть охрану труда, чего-то делать, сразу добыча угля стала нерентабельной, так по всему миру. То есть уголь добывать стоит только если есть арабский труд. На самом деле не пальма. Пальма. Коленочку себе парень. А папа? Миллион не думал. Древовидный. До исторических времен. Вот так. Пальма, это папоротник, свежего воздуха, бактерий внутрь. И тогда кристаллы умирают. После этого, когда кристаллы умирают, свежий воздух, стены заламываются, и вы образовываете микроканьон, да? То есть, ну, как бы такое ущелье. Это стандарт. Этот каньон, он громадный. То есть мы говорим, что территория этого каньона в полтора раза больше, чем Грейт Каньон в Америке. Вы вот стояли, да, мы когда спускались, он не выглядит подавляющим, как может быть большой каньон в Америке. Почему? Потому что там скалы, здесь зеленый лес. Но по площади в квадратных километрах эта штука более чем в полтора раза превосходит. Как каньон образовывался? Обвалами твердых слоев, когда мягкие вымылись. Помните, в корнях еще, вот там я вам показывал, в корнях вот такая вот как вулканическая горная смесь, как будто это вот дно речки раньше было, да? То есть, собственно говоря, это и было дно речки, только непонятно, сколько миллионов лет назад. We have lift off. Welcome to the Caveway ride. Good to see you today. My name's Katooga Falls. The two glistening shelves of Katooga Falls. You can see the top one, the middle one. This is 240 meters above the valley floor. That's how tall it is. Очень замечательно. Это здесь, правильно? Или мы еще да, идем. На площадку. Угу. Вас там ждут. Да. Там это накрыт стол уже там. Здесь у нас перед пасхой. Да. Снимай. Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как город. У черного моря есть... Какая красота. Thank you.
этого.